В свое время все без исключения играли в конструктор, машинки или куклы. А задумывался ли кто, как это сделано? Просто разрушение стереотипов. Включай «Беларусь-24», и ты узнаешь, кто работает над созданием игрушек. Дядьки здоровые, взрослые дядьки, мы здесь все играемся в конструкторы, играемся в машинки. Из каких материалов их делают? Одну гранулу решил надкусить немножечко, естественно, не глотал, потому что этого категорически делать нельзя. Что хочу вам сказать, да, по-моему, все натурально, все безопасно, видите, жив-здоров. Сколько игрушек нужно ребенку для счастья? Есть такая поговорка у нас, игрушек много не бывает, это любой ребенок подтвердит. От идеи и до магазинной полки изготовим игрушки вместе на «Беларусь-24». Уже в эту субботу мы устроим мастер-класс и покажем, как это сделано.